Здравствуйте, мои дорогие. Продолжаем сагу Mortal Kombat, которую я начал не так давно. Это будет интересно, захватывающе. Я хотел это заснять, но не выдавалось времени. А сейчас в полной мере. Правда, придется включить вентилятор, чтобы не перегрелся мой старенький корчик. Что, Mortal Kombat, Friendship Fatality, осталось только выбрать настройки, Play My, игра детства, супер, мега, надеюсь, успею заснять пару роликов, где прохожу. Первая загрузка очень долгая. Но это стоит того. Сейчас начнется самое интересное. Самое интересное то, что я прошел его в детстве полностью. Сейчас уже, будучи взрослым, покоряю это все для видео, для роликов. Супер эти все заставки, они все время были офигенными. Да, мы все время балдели от этого всего. Беру сразу режим истории, у меня там не пройдены. Нажмите кнопку принять. Кнопка принять. Не будешь? Или не сможешь? На русской русская озвучка. В детстве. Все шираеры мертвы. И ты будешь страдать так же, как они. К черту твой клан. Нет, к черту тебя. В детстве могли только мечтать о русской озвучке. Нижний мир. Здесь я возвратился. И здесь ты заплатишь. Тут начинается бой. По старинке, приемов не знаю. Главное, чтобы не убили меня. Я играл за Скорпионса против Сюб-Зиро. Да, слабенький я, конечно. Сколько времени прошло, когда я играл последний раз? Ха-ха, удалось. Мне нравится русская озвучка, раньше не было. Я отомстил за свою семью и клан. И это твое возмездие? Скорпион, убей его. Я не стану. Я и так его победил. Неужели ты забыл? Что это? Thank you.
Мне интересно, как в детстве. Захватывающе. Так, заставки эти. Раньше такого не было, чтобы заставки между боями. Нет! Это не я! Да, таких заставок в детстве я точно не видел. Как целый фильм. Несмотря на мои усилия, ко мне вернулись видения. Злополучный конец. Однажды он защищал земное царство от армии Нижнего мира, Шинока и Куан Чи. Скорпион заплатит за содеянное. Судьба Сабзира – его собственное дело. Его собственное дело? В истории Лин Куэй присутствуют губительные решения. Как и стремление стать киборгами. А я один из тех, кто против плана великого мастера. Хирургическим путем превращать Лин Куэй в великих роботов? Это убьет нашу интуицию и инстинкт. Неужели ты против участия Лин Куэй в этом турнире? Нас пригласил Шан Сун. Он заплатил вам за убийство воинов земного царства. Вы предаете свой собственный мир? Я ожидал лучшего. Даже от ассасина. Я верен лишь великому мастеру. Победа Шан Сунга приведет к гибели земного царства. А значит и Лин Куэй. Обалдеть, конечно. Тут заставок больше, чем самой игры. Рептилия, походу, была. Сейчас здесь бой, наверное, начнется. Я просто помню вот этот... именно... Что вы делаете? Я здесь не для того, чтобы с вами драться. Момент. Не поручено убить Джонни Кейджа. Шан Сун более в себе не нуждается. Что это значит? Он решил расторгнуть ваш договор. И покончить с тобой. Я нажму на паузу, чтобы... завершить этот ролик. В следующем ролике продолжим. Пока-пока. До скорых встреч. Счастья вам, удачи, любви, успеха.